Этот подарок в свой профессиональный праздник первый президент Казахстана принял лично. Эко-такси на базе южнокорейского кроссовера Нурсултану Назарбаеву подогнали столичные чиновники. Президент занял место пассажира в скромном, по сравнению с роскошным майбахом, такси и прокатился с ветерком по заснеженным столичным проспектам. В остальном праздник в столице прошел незаметно. И не то чтобы погода подвела. 1 декабря в Казахстане – день первого президента. А в мире – международный день борьбы со СПИДом. О природе праздника, который появился в стране год назад, люди говорят так. Народ уже понимает, что у нас в государстве, какая система, и что это за президент, и какая власть у нас коррупционная вся такая. Корпоративное государство, одним словом, мы создали. Это, пожалуй, самое массовое и показательное мероприятие прошло в канун праздника. Студенты столичного вуза массово признались в любви к лидеру нации. Блогер Махамбет Абжан 1 декабря мониторил интернет. Говорит, что сообщения, касающиеся праздника на новостных лентах, носили больше дежурный характер. Праздник только-только ввели, люди еще не поняли, что это за праздник, как его праздновать, там, с чем его едят. Да? Ну, я, честно сказать, не заметил. Я не заметил, что это мероприятие было праздничным. Народ не обманешь, Санат. Второй по счету день президента большинство казахстанцев, кажется, не особо отметило. Разве что многих порадовал дополнительный выходной. Что касается чиновников, то, наверное, можно говорить, что к персональному празднику своего шефа они умудрились отнестись довольно формально.